Всем привет! Сегодня у нас обзор по вистулам. Это пластиковые вистулы, разборные. Получается один переходник и три вистула. Ну, три трубочки. Вот. Темный пластик. Он как бы и черный, но отдает синеватым цветом. Основной свисток. И вот три трубочки в ре, в до и в си строе. Сразу перейдем к характеристикам. Вкратце. Так, вот. Это в ре-строе. Общая длина у нас составляет 292,5 мм. Диаметр трубки 16,5 и толщина стенок 1 мм. Все как обычно. Так, поиграем на нем. Немножко. Вот такой вот красивый звонкий звук. Так, это у нас ре. Переходим к до. Вот он, до. Так, выравниваем. Ну, узнаем длину. Так, длина у нас 329 где-то. Вот так. 329 миллиметров. Вот мне вообще нравится вистул в дострое. У него более приятный звук, чуть-чуть ниже на тон, чем рестрое. И саундтреки играть классно. Вообще вот все мелодии поприятнее немножко. Так, ну вот, это был до. Так. Теперь последняя трубочка у нас в си строе. Вот, подлиннее уже. Смотрим длину общую. Общая длина у нас 349,5, где-то вот так. Почти 350 миллиметров. Такой вот приятный низкий звук. Ну вот и все. Сегодня вечером выложу объявление на свой сайт, на ярмарку мастеров. И в описании под видео я обязательно оставлю ссылочки, если кому-то захочется заказать такой наборчик. Ну все, всем пока!